равномерный розовый ноготь, без вмятин, бугорков и полос, имеющий лунулу – это здоровый ноготь. Черная или темно-коричневая продольная полоса на ногтевой пластине может указывать на меланому. Ногти, разделенные напополам, могут указывать на почечную недостаточность. Обратите внимание, если одна половина нижняя розовая, а другая половина верхняя грязно-коричневого цвета. Далее. Ноготь с множественными поперечными линиями может говорить о печёночной недостаточности. Синдром желтых ногтей может показывать на болезни легких. Голубые или синие ногти могут указывать на проблемы в дыхательных путях. Ногти выпуклые, как барабанные палочки, могут показывать на заболевания легких, порок сердца, гепатит, цирроз печени и другие тяжелые заболевания. Полностью белый ноготь может показывать на цирроз печени. Если ногтевая пластина вогнута внутрь, это может указывать на нехватку железа. Еще, если ногти слоятся и ломаются, это может быть недостаток витамина В и D, а также железа, кальция и селена. Если ваши ногти в мелких раковинах, так называемый синдром наперстка, это может означать заболевание селезенки. Белые пятнышки на ногтях могут указывать на нехватку витаминов и микроэлементов. Если на ваших ногтях отсутствуют лунки, это может говорить об анемии, снижении гемоглобина или замедлении обмена веществ. Однако у некоторых людей лунки спрятаны глубоко под кожей, и их не видно. Если вы такой человек, не переживайте.